Олени следы. Прямо у нас вот на поселке. Вот мой дом. Вот соседний дом. 50 метров. Олени ночью ходят. Ходят везде. Ну ладно, мы просто ходили, это полбеды. Они едят деревья. Это мои враги заклятые. Вот ошкурили яблоню молодую. Очень любят они это делать. Но яблоня полбеды. Она давно их атакам подвергается. Вот рядом жуцуга моя в этот раз не пострадала. Хотя все время за них страшно. Вторая маленькая. Вот одна в свое время была полностью сожрана. Хорошо уцелела одна веточка внизу. Вот несколько лет восстанавливалась, только вот сейчас начала выгонять проводник и вертикальный рост пошла. Восстановится, это хорошо. Сейчас, конечно, меньше стало. Чуть-чуть проблем меньше. Но все равно даже небольшое количество оленей способно вред принести. Главное, что не бояться абсолютно вот ни собак, ни людей. Как бы то ни было, все равно чувствуется присутствие человека. Их это не смущает. Вот такие вот у нас местные специфические особенности выращивания деревьев.